дети мои земляки. Я сам кемеровчанин. Я все свое детство прожил, пока не приехал учиться в Новокузнецке. Бабушка с дедушкой у меня были в Кемерово. Для меня это действительно личная трагедия, для всей моей семьи. У меня друзья все из Кемерово, из Новокузнецка. Я единственное, что хочу сказать. Берегите, пожалуйста, своих детей. Цените каждую минуту, которую вы с ними проводите. Жизнь непредсказуемая штука. Ну вот вы как думаете, что-то изменится сейчас с точки зрения безопасности? Две недели поплачем, покричим и то же самое. Пойдем. Народ должен задуматься. Ходите в Бурусский парк, либо в центр. Конечно, люди только от нас зависят. Виноваты те люди, которые отвечали за пожарную безопасность в этом помещении. Даже не столько сотрудники. Виноваты те, кто принимали это помещение. Инспекторы? Инспекторы, да. Те, кто принимали, кто проверяли, кто подписали, что там все нормально. Как-то же существовал этот торговый центр столько лет. Работал, действовал. Как считаете, в нашем регионе также работают пожарные инспекторы? Также инспекция работает? Вам приходилось сталкиваться с их работой? С этим сталкиваться не приходилось, и хочется верить в то, что в нашем регионе не так. Это что, извините меня за провокация-то? Мы почему, извините, нам у метро раздают магнитики, приходите на выборы, а когда мы людей теряем и детей, у нас все замалчивается. Ребят, ну извините, это очень плохо. Мы никогда не будем великой страной, никогда.